Привет, зрители и подписчики канала «Домашняя качалка». Я вновь с вами. Сразу хочу сказать, кладу руку на сердце. Всем говорю спасибо, что помните меня, что не забываете, что ВКонтакте мне пишете, куда я пропал, что в комментариях пишете, когда будет мое новое видео. Тем самым я вижу то, что вам мои видео смотреть интересно, и тем самым вижу то, что есть некая связь между мной и вами, что вы мной интересуетесь. Я все так же тренируюсь, схема тренировок все та же. Каждый день стараюсь проезжать также 10-15 километров на велосипеде, о чем из программы делаю скрины в Инстаграм. То есть каждый день, когда у меня тренировка проходит, в конце тренировки я потом делаю скрин с программы и выкладываю в Инстаграм. Так что можете смотреть. Каждый день мои тренировки, вчера тренировок не было. Вчера у меня весь день был вот такой, практически два дня подряд связался с велосипедом. Решил исправить восьмерку. Чтобы исправить восьмерку, нужно было добавить 4 спицы. Чтобы добавить 4 спицы, мне нужно было снять звезду. Чтобы снять звезду, мне нужно купить специальный съемник для картриджа. Короче, из-за одной проблемы, что я решил исправить восьмерочку, у меня появилась куча проблем, которые нужно решить, купить то, купить все, купить там, купить сям. В общем, велосипед — это еще та головная боль. А как мне знакомый сказал, представь, какие проблемы с машиной. Да, представляю. Ребята, ну в общем, все у меня нормально. Сегодня поеду на тренировку. Сегодня вроде все настроил более-менее. Проверю, как он у меня будет кататься. Вечером сделаю скрин программы о том, сколько проехал, за какое время, сколько истратил калорий. Живот пока вроде, ну, брюхо не растет, по крайней мере. Вес вроде стоит тот же, ну, как бы езжу в день, трачу там по 200, по 300 калорий, по 10 километров катаюсь точно на велосипеде. Так что не думаю, что я буду заплывать жиром. Здесь у меня в компьютере записывается кассетка из старых записей. Хочу посмотреть, послушать новенькое что-нибудь, вернее, что-то из старенького. И вот, ребята, в общем-то, все то же самое, все поставлено. Также тренирую руки в специализации. Думаю, что рассказал о себе, обозначился, все у меня нормально. Как мне тут в комментариях вижу уже, что пошли такие подозрения, что вроде как я не выпускаю видео, потому что кто-то выпустил на мой канал пародию на меня. Там какие-то феминистки эту девочку поддержали, Светлану Анисимову, и поэтому я типа обиделся и не пишу видео. Ёбаный в рот, херню не надо собирать. Я бы еще на кого-то обижался из интернета, блядь. Если бы это мне какой-то близкий человек сказал мне, ты, блядь, мудак, хуйней занимаешься, я бы еще, может быть, подумал. Именно поэтому ни один мой знакомый в реале не знает, чем я занимаюсь. Чтоб не осуждали. Если что-то у меня с каналом получится путнее, а так как вы мне пишете, что где видео, когда ты выпустишь видео, почему нет новых видео, то есть кто-то уже заинтересован в моих видео, в моей информации, значит, уже у меня все в плюсе. Значит, независимо от того, что у меня там 3-4 подписчика, а я уже делаю что-то не зря. Ну, в общем-то, вот так. Ребята, завтра у меня работа. После работы в субботу у меня отсыпной. И вечером у меня уже было 2 стрима, но так как они мне пишут, почему ты их удаляешь, там такая херня какая-то происходит, что-то у меня не получается, что-то вот все вот так. И поэтому я считаю, что вот делать запись, где я в прямом эфире тыкаю какие-то окна, пытаюсь скайп там добавить, он не добавляется. Но это все настолько глупо и смешно, что я не посчитал нужным это все оставлять в записи. В эту субботу, то есть послезавтра, то есть 19:00 по московскому времени, я хочу провести стрим. Это будет новый формат. Домашняя качалка отвечает. Я прям в прямом эфире отвечу на те вопросы, которые были под видео в прошлом. Домашняя качалка отвечает. Ну и отвечу на ваши коротенькие вопросики, там не такие, чтобы по часу сидеть на них размышлять. И отвечу в прямом эфире на ваши вопросики, которые вы мне тут же прям и зададите. Суббота, 19:00 по Москве, но у меня это будет 23:00, часик-полтора, я думаю, нам хватит, чтобы это все обсудить, пообщаться.
Это будет первый стрим, на который я вас приглашаю. Надеюсь, у меня все получится. Дай бог, чтобы первый блин не был комом. Ну вот, все мои новости. Все у меня нормально. Чего и вам желаю. А я на этом с вами прощаюсь. Всем желаю. У кого есть спортивное питание, употребляйте правильное спортивное питание. Любите, балдейте и верьте в то, что завтра мы будем намного лучше, чем сегодня. А мы с вами увидимся в субботу в 19:00 по Москве. Всем пока.